Все начинается именно здесь, и Волгинский район первым в Бурятии примет олимпийский огонь 22 ноября. От центрального стадиона поселка его понесет Баир Амактуев. Чемпион мира по самбо даже представить не мог, что именно он пробежит первые 150 метров в республике, неся один из символов зимних игр в Сочи. Для меня, во-первых, очень важно участвовать в эстафете олимпийского огня. Здесь у тебя на родине. И это очень почетно. Ну, я очень рад, что я участвую. Сегодня прошла третья репетиция для факелоносцев, отточенный маршрут. Здесь все расписано по минутам. И уже в 11 утра факел достигнет один из главных символов Бурятии и Волгинского Дацана. Последние метры до конечной станции маршрута преодолеет Константин Эрденеев. Одно дело, когда ты сам на Олимпиаде участвуешь, как тренер, и там все-таки маленько по-другому. А тут ты бежишь и представляешь, что ты представитель такой страны, большой, сильной, как Россия. Уже в 2 часа дня старт эстафеты будет дан в Улан-Удэ. Все начнется у театра оперы и балета. Далее факелоносцы побегут по улице Бабушкина до Русского драматического театра, где должны оказаться уже через час. В 4 часа символ Олимпиады можно будет увидеть у технологического колледжа в СГУТУ. Следующим пунктом станет физкультурно-спортивный комплекс. Завершится эстафета в 6 часов вечера у театра оперы и балета. Все дороги по маршруту следования будут перекрыты. Далее олимпийский огонь поездом отправится в Читу. Ольга Войлошникова, Булат Бадмаев. Новости дня.